Вопросы, за исключением 2-3, были несложными. По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения, из школьного курса географии россияне лучше всего усвоили, что на Волге стоит именно город Самара, а не Рязань, Уфа или Пермь. Правильный ответ дали 75%. Только 47% знают, что Рио-де-Жанейро по численности населения крупнее Мадрида, Киева и Варшавы. Столько же россиян правильно сказали, что у России есть сухопутная граница именно с Монголией, а не со Швецией, Туркменией или Ираном. Хуже всего наши сограждане справились с ответом на вопрос о самой высокой горной системе Евразии. Лишь треть россиян указали Тибет, остальные выбрали варианты Альпы, Алтай, Кавказ. 44% понятия не имеют, что столица Карелии – это Петрозаводск, а 18% не знали, что Казань – это столица Татарстана.